Внимание! Говорит Москва! 22 июня 1941 года голос Юрия Левитана объявил советским гражданам о начале войны. Это сообщение перевернуло жизнь миллионов. С первого дня Великой Отечественной Беларусь стала ареной самых крупных битв. К сентябрю 41-го вся территория республики была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками. Долгие 3 года наша земля изнывала под гнетом нацистов. В субботу Бобруйск мысленно вернется в прошлое, чтобы почтить память жертв Великой войны. На рассвете в 4 утра пройдет акция «Звон скорби». На территории крепости состоится митинг-реквием, посвященный одной из самых трагических дат в истории Беларуси. У братской могилы соберутся руководство города, воины Бобруйского гарнизона, представители епархии, трудовых коллективов, общественность и молодежь. В годы Великой Отечественной войны проявленное мужество и отвага сегодня говорит нам о том, что память незыблема, память жива, и когда мы все вместе придем на мемориал, отдадим дань уважения, вспомним, тогда, наверное, мы будем понимать, что память поколений жива, и мы еще долгое время будем жить под мирным небом. Акцию продолжит всеобщая минута молчания. Она остановит движение транспорта на улицах города ровно в 12:15. Во всех храмах прозвучит колокольный звон. Для доставки бобруйчан к месту проведения акции организовано движение транспорта. Всего будет работать 4 маршрута. Расписание можно узнать на сайте исполкома. Напомню, «Звон скорби» пройдет в субботу в 4 утра. Елена Кутузова, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.